Бойцова одобрила твою кандидатуру на конкурс. Я злой человек. Ну что случилось? Человек, почему ты не появляешься? Злой человек, к сожалению, мы тебя сокращаем. Что? Подожди. Если за эти две недели ты оценки свои не справляешь, можно навсегда забыть о своем балете. Все, я сказала. Злой человек, я твой человек, твой человек. Ну и что, не проходили? Трудно открыть учебник почитать? Так, присаживайся. Двойка тебе. Куда ее? Терпила! Мы думали подружиться с тобой, а ты у нас, оказывается, такая. Особенная. Как дела в школе? Все исправила? Жить надо чем-то полезным. Вот поступишь в вуз, на нормальную работу устроишься и потом занимайся чем хочешь. Мам, почему ты не хочешь меня послушать? Я все сказала.